Так, друзья, всех, всех приветствую на своем канале. Смотрите, автомобиль Freightliner Centurik, на котором мы капиталили мотор, ролик на канале есть. Также клиент попросил, чтобы мы сделали ему ходовку, все, проверили все. Не хотел браться, ну ладно, в общем, взялся, суть не в этом. Я хотел ему, не хотел ролик в YouTube выкладывать, хотел просто, ну, ему лично отправлять, как бы. Но, блин, слишком тут много косяков. Мне легче так сделать, в YouTube выложить, чем каждую мелочь ему отправлять. Сейчас начнем показывать косяки машины, чтобы он все видел. Давай, подожди, я сам покажу. Стоп. Так, показываю. Валы болтаются. Так, минуса сразу покажу. Средний нормально. Вот, болтается. Средний болтается. Средний нормально. Нормально. Так, давайте покажем редуктора. Там металл. А где стружка? Покажи. Вон ведро, да? Ведро этого. Канистры в этой. Вот. Я выкинул это все на мусор. Не, Серёж. Вот она стружка вся. Да. Вот она стружка вся. Полный металла был вообще редуктор. Смотрите, вот вся стружка. Я прям-то там вся. Там вон она. Где? Вот, я помню. Вот он. Пуски. Да. Короче, сейчас будем разбирать. Редуктор, это все в заднем проблемы. Это вот это. Все проблема вот в этом заднем редукторе какая-то. Также у нас влага какой-то, да, работа. В общем, вскрытие покажет этого редуктора, что с ним. В общем, проблема в заднем редукторе есть. Средний показывал, флянец там болтался, тоже будем проверять редуктора, все будем показывать. То же самое. Вот оно. Вот, вот. Ну сам, да. Куски металла. Так, это что по редукторам? Поехали дальше. Все будем разбирать, смотреть. Так, показываем сцепление. Диски болтаются, пружинки крутятся. Вот они, пружинки. Все болтается. Так же и здесь. Вроде то же самое. Но этот может чуть получше, но тоже болтается. Короче, сцепление под замену. Поменяем все сцепление. Сальник задний тек. Здесь мы уже плиту сняли. Поставили на герметик. Показываю. Поставили сразу новые подушки двигателя. Так, вот они. Новые подушки уже стоят. Так, сальник тоже новый, оригинальный ставим. Его старые подушки. Просто развалено полностью. Это тоже уже резина отклеилась. Короче, металлом. Так. Сейчас, в общем, дальше будем что делать. Сейчас будем ставить защиты, перебирать редуктора, будем ставить новый сальник оригинальный сюда. Также у нас нижние подушки тоже новые, будем ставить сюда. Ну, короче, вот они его старые. Разбитые какие. Нижние. Она вообще, она отвалена. Вот она, в таком состоянии. Ну, в общем, не хотел бы был этот ролик публиковать, но слишком много здесь косяков. Я хотел личному отправлять просто и все. А тут получается, ну, пришлось так делать, так легче. Одним роликом все покажем человеку и все, чем каждую мелочь показывать. Ну все, в общем, собираем. Так, друзья, показываю подшипник. Заклинивший вообще, даже не было пыльничка этого. Вот он и крутится. В общем, заклинивший подшипник тоже будем менять. Так, смотрите, оригинальный сальник. US. Вот так, сальник выглядит. Вот его вроде там. За показом валы приехали. Сейчас будем ставить сюда. Так, задний редуктор здесь. Такая же песня. Кольцо развалено, шайба это. Хлам, давай вытаскивай.
А здесь нормально, нормально так. Крест нормальный, по-моему, да? Ну, крест, дайте шайбу, вроде ничего. А ну-ка. Да, это вроде неплохо. Давайте вытащим, посмотрим, что здесь творится. Тут уже шайбочки. Конец пришел. Вот, ну-то, вот она. Так. Не. Да, вроде более-менее нормально все. Так, здесь, получается, здесь у нас шайбы будем менять. Вот эти будем ставить. Новые, получается. Хотя тут тоже, смотрю, отколото все. Не-не-не, менять. Лоб. Да, нет, шайбы точно. Ну, чуть-чуть есть, да. Ну, ладно, сейчас примем решение, может, все новые, сейчас с клиентом обговорим все, может, новые поставим, да, и все. Так, по паре у нас вопросов нет. А какая тут передатка? Давай посчитаем, посмотрим зубья какие. Переверни, тут написано будет, сколько тут зубьев. Так, крути. Вот тут смотрим, а это вот здесь вот будет. Вот здесь вот. Вот тут вот оно, что написано, смотри. Так, не то. Давай дальше. Вот оно. Нет, давай еще. 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 Стой. Вот, 37. По-моему, 37. А здесь будет сейчас 10, да? 37-10 будет, смотри. А ну, маркер, давай пометим. Да, друзья, передатка 37-10 получается у него. 3-7 передаточное число. Все, сейчас мы, в общем, поменяем этот крест, отрегулируем все, соберем и в путь. Так, друзья, смотрите, задний редуктор. Вычистили все. Так, смотрите, какие запчасти ставим на него. Полностью крест. Полностью весь комплект будем ставить. Еврорекамди. Италия. Так. Вот они, наши шайбочки. Ну, в общем, этот весь комплект. Серый, открой, покажем. Это мне неудобно одной рукой. Шайбы, это у нас что? Это у нас большие эти. Шестеро, да, это. Полосы. Открой. Открой, покажем. Вот она. Шестеро, вон вторая. Ну, в общем, вот вторая, понятно. Вот она, да, давай это тоже доставай. Это будет крест, скорее всего. Это крест. Так, давай попробуем еще. Эти шесть. Ну, это дальше. Шестероночка. А где шайба? Вот они шайбы. Тоже Италия. Так, показываем зазор заднего редуктора. Собрали. Так, 3,5 десятки. Четко. Давайте вот так покажу. Наверное, будет лучше видно. 35. Да, все четко. Да, все. Так, друзья, показываем средний редуктор. Так, также это комплект Италия. Полностью, давай покажи его. Весь итальянский. Давай покажем. И здесь как выйдет все. Старая, разбитая. Вот они новые. Одна тоже. Вторая. Так, давайте. Крест покажем новый. Весь комплект полностью. Да, тут уже, конечно, вот-вот рассыпалось бы. Вот у нас
сателлиты, давай этот. И еще это, давай. Да, сам крест. Вот оно. Ну все, в общем, все собираем. Вот это новое все ставим сюда. Со всеми шайбами, со всем полностью в комплекте. Да, показываем, друзья, зазор. Средний редуктор. 3,5 десятки. Все четко. Все офигенно. Итак, смотрите, в общем, разобрали блокировку. Так, по грибку. По подшипнику, по рублеметру. Что? Три масла литра? Или 3 литра масла? Что, да, конечно. Так, смотрите, показываю. Так, смотрите, крест разбитый, блин. Вообще эти шайбы там тут даже нету. Обратите внимание. Вообще нету. Убитый, корпус убитый. Тоже все. Вон сломанная, смотрите. Видите? Но это еще не все. Не только крест разбитый. Тут шайба сломана, смотрите внутри. Интересная замена. И вот эта вот шестерня тоже побита, смотрите, зубья. Вот они сломаны. Вроде рабочий был для доктора, да, человек мне говорил, но кассира просто проверим, давай. Проверили, тут ничего живого нету. В общем, меняем шестерню. Крест, вал нормальный. Так, по грибку тоже. Выработка, вот она, зубья уже, видите, схаваны. Так, по подшипнику вроде бы нормально все. Так, уже собирай блокировку, показываем, ставим крест. Фирма Евровикан, детали. Также шестерню ставим тоже. Это же фирма, вот она. Уже показывал, да? Также ставим новый грибок. Абсолютно новый ставим. Так, сейчас покажу. С блокировкой когда-то что-то было. Смотрите, когда он разваливался. Видно, у них этот поросенок. Видите, раздолбило здесь, вот здесь. Все, видите, он упирается. Сейчас будем все выравнивать это. Чтобы, ну, крышка плотно легла, чтобы не было зазора. Что-то когда-то было серьезно с этим редуктором, но я скажу, что ничего критичного, я думаю, он будет работать. Никаких трещин в корпусе, ничего нету. Из-за этого корпуса, я думаю, меня человеку деньги тратить смысла нету. Будет оно работать. Все, крест новый поставили, шестерню новую поставили. Грибок новый поставили. Сейчас будем все собирать. Давайте покажем, отрегулировали блокировку, все выставили. Смотрите, сколько это его шайбы регулировочные, представьте. Вот это все здесь стояло, лишнее, представьте. Вот это все 4 шайбы мы отсюда убрали, чтобы вал нормально встал. Когда они стояли, вал вот так вверх-вниз гулял, вы поняли, да? То есть обойма была далеко от подшипника. И вверх-вниз, да, вал гулял. Сейчас мы 4 штуки убрали. Это, наверное, где-то с миллиметр, я думаю, да? И даже больше, на полтора. Полторашки. Да, вот убрали 1,5 миллиметра, представьте, с подкрышки, чтобы выставить блокировку. Сейчас вал не гуляет, легенько крутится, вообще спокойненько. Никакого усилия. Выставили четко. Показываю. Сальник новый ставим сюда сразу. Уже его был вообще сухой какой-то. Ставим новый сальник на редуктор. Так, друзья, показываем. Ставим новое сцепление. Так, сцепление у нас подводится. Вот это утопил и подводишь. Так, показываю. Диски стоят усиленные. Пружина в пружине. В общем, такое сцепление ставим новое полностью. Весь комплект с промежуткой. Совсем полностью. Все, в общем, собираем. Кстати, всегда как новое ставите. Хоть и там, видите, 200 литов. Но все равно шприцуйте сразу. Даже новое. Получается, мы всегда новую вскрываем,
и забиваем его литолом. Но этот хорошего качества, там литол был полный, но все равно чуть добавили. В общем, ставим на Фреда новый подшипник. Тар, видите, он заклинил просто. А, ты что-то разработал, да? Он даже без пыльничка, да, был такой? Ну, он пыльник вывалился. Вывалился. Ну все, это стар. На первичном валу был. Вообще, сухой весь. На этом кардане. Давай. Можешь показывать. Ну, покажи точно. Итак, смотрим, крестовина болтается. Вот так. Прямо так его ломай. Да. Так. Она даже вот и верхняя, да, и нижняя. Да, вот она. Видите, как ходит. Вот, то есть, вот так вот ходит в чашке. Давай еще. Давай. Да, все. Смотрите, ставим крестовину мериторовскую. Показываю. Родная крестовина. Как она вся выглядит. Она у нас необслуживаемая. Сейчас мы... Она туда и прессует. Прессует мне литола. Крестоводницы здесь нету. Вот так она выглядит. Вот она, меритор. С инструкцией. Инструкция. Даже инструкция есть, смотрите. Книжка целая по крестовине, да? Видишь, показано, как крепить, видишь? Нарисовано. В общем, родная крестовина. Меритор. Ну все, в общем, ставим ее. Смотрите, крестовина не обслуживаемая ее. Пока мы разобрали, сразу напихаем туда литола. Здесь нет тавотницы, вы поняли, да? Сразу обслужим, так скажем, ну, принудительно, да? Заставим. Ну, более-менее, чтобы хотя бы что-то с маской какая-нибудь было. Так, показываем, ставим новые барабаны. Его барабаны в хлам, накладки наклепали, ступицы поставили. Так, на этой оси втулки мини поменяли. Получается, новые втулки поставили, тормозных валов наварили. Сейчас будем регулировать ступицы. Поменяли, кстати, траверс сюда. Другую поставили. Помните, его была кривая вся. Тут тоже накладки наклепаны. Сейчас мы ставим ступицу, вот даже втулку новую поставим. Ну, в общем, собирается ходовочка. Барабан новый. Все барабаны будут сзади новые стоять. Кстати, по этим сальник тоже новый поставили. По подшипникам вообще вопросов не было. Все проверили абсолютно. Итак, друзья, смотрите. В общем, по просьбе клиента. Говорит, Сергей, мы же вот эту траверсу поменяли уже. Говорит, поменять с одной стороны вот эти уголки на этой траверсе. Сняли мы седло. Тут получается лобнуто с двух сторон. Вот она, раз. С этой стороны. Вон, вот два. Давай, где? Вот, два, это левая сторона. А вверх, вот вверх. На всю длину. Вот он лобнуто уголок. Потом. Теперь это левая сторона, поняли, да? Смотрим правую сторону. Так. Вот она, вот она. Сейчас я подожди, покажу. Вот. Она же вообще отвалила, отошла. Вот она, нет. Вот, смотри, вот это расстояние. Это все дыра. Представьте, вот это должно быть вот здесь. С этой стороны. Вот. Отошла вообще. Два с этой стороны. Вон тоже вот. Вон она. Ну да, вот она, трещина. Вот она. А натяни проводку еще покажи. Ну вон она, видно, вон. Вон она. Вот она, видите, вот. Трещина. И это, да? И это тоже. А это где? А вот по дыркам, да? Да. Вот лопнуто тоже. По дыркам, да. Ну да, вот. И здесь то же самое. Здесь то же самое, смотрите. Вот она тоже лопнута. Ну, короче, все четыре надо менять. Все четыре надо менять. Вон трещина. Блин, так не люблю эти траверсы, честно говоря. Ну, Владимир. Итак, смотрите, сняли, короче, траверсу. На машине показываем для клиента. Обломанные места, это старые, видите? Раз. Тут тоже вот она лопнута. Два. В общем, сейчас будем менять траверс, будем ставить другую.
Итак, смотрите, друзья, что сделали по ходовке. Давайте сейчас, наверное, завершу ролик, покажу клиенту, что сделано, не сделано. Пока он будет смотреть ролик, мы это все соберем. Так, барабаны все новые поставили. Также, смотрите, поменяли траверсу. Так, вот она, траверс совсем другая стоит, полностью с уголками, полностью все мы поставили другую. Вот так сделаем. Вот, вся другая траверс вместе с уголками, здесь то же самое. В общем, решили мы поставить, потому что углов таких у нас нету, чтобы перекручивать на его траверсу. Его траверс тоже, в принципе, целая, но решили, в общем, поставить целиком. Также у нас что тут? Тяги вот новые поставили. Редуктора перебрали, да, я показывал в ролике. Вторая тяга по его просьбе тоже новая стоит. Так, болты будем ставить крепость. Смотрите, крепкие болты 10,9. У нас есть специальный магазин. Вот эта коробочка стоит 6000 рублей, друзья. Вот только болтов, представьте. Специально болты взяли вот такие вот, видите, где тело больше. Соответственно, вот здесь поняли, да, то есть чтобы тело держало его. Не резьба держала кронштейн, а именно тело. Так, что у нас тут еще? Ну, в принципе, все. Сейчас будем ставить. Сейчас болты новые закрутим. Седло обратно поставим сюда. Верхняя, получается, болты. Это как раз болты этого седла. Оно все вместе собирает в кучу. И, в принципе, все. Ходовку, что, все, что мы говорили. Все, что он просил, сделали. Также вот эту траверсу поменяли. Вот она. Тоже по его просьбе. Его была помята. Где-то лежит. Я покажу, может быть, да, вон она лежит. Вот она его старая траверса, показываю, где замята здесь была. Углы были, болты откручены. В общем, поменяли мы ее. Два угла оставили, два поменяли. Ну все, в общем, сейчас будем все собирать. Все ставить на колеса эту машину, в принципе, и в путь. Ну все, пускай человек смотрит объем работы. Все, друзья, всем пока. Самое главное, не болейте. И мирного неба над головой. Остальное все мелочи жизни. Всем пока.